17-й раз в нашем городе пройдет Всероссийский день бега «Кросс наций». Забеги школьников и воспитанников детских садов будут организованы на базе образовательных организаций. На лыжной базе принять участие в празднике смогут все желающие горожане. 16 сентября мы проводим уже в 17-й раз в городе Саров день бега. И мы приглашаем всех желающих принять участие в массовом забеге, который состоится в 12 часов на дистанцию 2 километра. Дистанция будет простая, она традиционно будет проходить по поляне. 2 километра, и вся трасса будет размечена. То есть никто у нас не потеряется. В принципе, каждый год горожане и все желающие у нас бегают эту дистанцию. Чтобы стать участником массового забега, нужно прийти к 12 часам на старт и получить номер. Для спортивных дистанций на 3, 5 и 10 километров нужна медицинская справка. Старт на 10 километров в 10 часов утра, на 3 и 5 километров в 11. Дополнительную информацию можно получить по номеру 4-98-13. Приглашаем всех желающих, любителей активного образа жизни, принять участие в массовых забегах и также принять участие в спортивных забегах.